Арбакайте уже не скрывает болезнь мамы. Накануне грандиозного гастрольного тура по Европе известная певица Кристина Арбакайте всерьез заболела. И это не простые слухи в желтой прессе или выдумки недоброжелателей. Ведь эту информацию сообщила сама Кристина, хотя в принципе и скрывать-то было нечего, так как все и так было видно. На днях певица рассказала журналистам, что уже долгое время страдает от неизвестного вируса. Так на протяжении уже 3 недель у нее не проходит кашель. И хотя она лечится всеми возможными способами, особых результатов они не дают. К этому все еще и добавилась слабость, что негативно влияет на ее гастрольный график. И хотя от основных симптомов певице удалось избавиться, все же слабость и сильный кашель она никак не может одолеть. Об этом заявила сама Кристина в одном из интервью. При этом она поделилась секретами, как бороться с такими недугами. По мнению певицы, в таких случаях, когда появляются проблемы с голосом, простыми яйцами, как считают многие, не помочь. Нужно проводить как можно чаще дыхательные упражнения. И хотя они раньше ей очень помогали и для распевки, и для борьбы с простудными заболеваниями, все же на этот раз эта методика не помогла. На данный момент Кристина прибегла к всевозможным лекарственным препаратам. Она проходит курс ингаляции, прыскает в рот различные средства и рассасывает леденцы от кашля, но, к сожалению, пока что они не дают нужного результата.